швейцарская станция. Был, короче, здесь написан поезд на 9:06. И он взял и не приехал. Вообще его нету нигде. Самый главный поезд в час расходит, раз в час ходит и нету. И посмотрите, как чисто. На швейцарской станции чистота, все прям блещет. Посмотрите, как чисто. Ужасно. Ужасно. Прямо на платформах, на перронах. Люди курят, людям не стыдно. Вообще, людям плевать и все. Очень чисто. Кройслинген, мой любимый, ЖД вокзал. Туалет за 1 франк.